Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, мы продолжаем играть в Assassin's Creed Syndicate. Что ж, я сейчас, мы пойдем на задание, но прежде мы сейчас оденемся, снаряжение, нам нужно одеть костюмчик какой-нибудь, я подкопил немножко деньжат, в общем, есть такой вот костюм, он выглядит неплохо. А, кстати, вот костюм Джейкоба. Джейкоб не любитель броской одежды, так как так что этот наряд ему отлично подходит. Увеличивает урон, наносимый кастетом на 10%. Так, костюм туриста. Костюм из качественной кожи и грубой ткани. То, что надо для жестких улиц Лондона. Уменьшает время обнаружения на 15%. Давайте его возьмем, посмотрим, как он у нас будет, Джейкоб, выглядеть в этом костюме. На самом деле у нас еще куча всего, что мы можем улучшить. Я в дальнейшем, конечно же, будем заниматься так, бизнесом. 13 900. Почему у нас так же денег осталось? Я что-то не понял. Костюмы купили? Или не купили? Вроде как купили. Так, давайте сейчас посмотрим еще разочек. Костюмчик я вот использую. 7500 он стоил, но странно, деньги почему-то мне не отнялись. Я не знаю почему. Так, что такое? Кого там валят? Перехватить вора. Ах ты засранец, а? Неплохо, но в другой раз лучше будь потише. Неплохо. Ух ты, нам еще одно задание выполнить. У нас будет 10 заданий, какой-нибудь еще получим навык, наверное. Так, давайте сейчас я посмотрю, что у нас все-таки с костюмом. Сейчас мы быстренько разберемся. Я надеюсь, мы все-таки поймем, что здесь вообще происходит с костюмами. Так, один использовать. Одеваю этот костюм. Естественно, выглядим мы по-другому. Вот, как мы все время гоняли, вот такой вот у нас кипончик был. А сейчас мы будем, попробуем, да, снаряжение действительно меняется. Почему-то деньги у меня не отнялись, я не знаю почему. Вот, например, нажимаю использовать. Он стоит 7500, но деньги у нас не берут. В общем, так походим. И, соответственно, если деньги у нас не берут, значит, мы тогда сделаем какое-нибудь улучшение банды. Вот, к примеру, она стоит 12 тысяч. Приобрести, наймите профессиональных букмекеров, чтобы зарабатывать на скачках. Это увеличит доход поезда штаба на 500 фунтов стерлингов за каждые 30 минут, а также вместимость сейфа. Мы расширим на 500 тоже. Букмекерский, конторку покупаем. Неплохо. Так, остается у нас 2000. Что мы можем на 2000 сделать? Да практически, наверное, ничего. Я не знаю, может, какой-нибудь ствол можем купить? Нет, 2000 слишком мало денег, чтобы приобрести вообще что-нибудь. Может, пояс какой-нибудь, нет? О, кстати, неплохой пояс у нас открылся. Пояс посвященного. Защита плюс один и скрытность плюс один. Почувствуйте себя членом семьи. Наденьте эту нарядную и полезную вещь. Использовать. Так, прекрасно. А это что? Так, это пока у нас еще не изготовлено. Хотя мы можем ее изготовить, подождите. Глядя на этот пояс, каждый может судить о характере этого владельца. Защиты прибавляет и скрытности, ух ты. Добавляет. А если мне изготовить его? Так, изготовить нажать. Ага, нужно 2500 для этого. Деньжат, а ну-ка, а этот получится у нас. 2000, кстати, всего надо, мы можем еще один. Так, изготовить. Изготовить и использовать сразу же. Пояс дерзкого ассасина. О, глядя на этот пояс, каждый может судить о характере этого владельца. В общем, он дает нам защиты и скрытости больше. Прекрасно, друзья, что можно сказать? Прекрасно, нам тут сейчас мы будем изготавливать разные пояса, оружие, костюмы, это круто. Ладно, поехали на задание. В общем, как-то немножко пододелись, деньжат у нас совсем мало, поэтому нам нужно сейчас подниматься и развиваться очень быстро, активно. Так, для этого нам... Ты там в безопасности? Что такое? Завалили чувака. Так, давайте возьмем эту каретку. Ну-ка, дай-ка погонять. Поехали. Оу, да. Сейчас мы сюжетное задание пройдем. Ну, лошадка. Так, это где-то здесь. Карета умчалась вдаль.
Так, ну вот мы и прибыли. Телеграфные известия. Джейкоб и Иви навещают Александра Грэяма Белла и узнают о новом воспоминании. А, Джейкоб, мисс Фрай, рад вас видеть. О, вы уже видели новую ложь старика? Ложь в газете? Да ну. А что же произошло с вашей новой линией? О, заказанные кабели не доставили. А потом мы перехватили это. Некий груз был захвачен на колледжском причале. В таком случае вернем его. О, стоп! Еще в одной перехваченной телеграмме был рецепт мощной галлюциногенной сыворотки. Я изменил устройство под ваши наручи. Алекс, вы гений. Ну, это совсем не так. Впрочем, я открыл, что эта сыворотка превращается в газ при нагревании. И когда кажется, что вам себя не превзойти? Белл всегда тащится от своих изобретений. Так, галлюциногенный дротик. Галлюциногенные дротики можно выстрелить во врагов, чтобы те начали атаковать своих союзников. Ага. Так, у нас появилось. Это у нас, получается, под номером 4. Он у нас будет. Давайте испробуем на ком-нибудь. Вот, например, на нем. Тихо, 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 тихо. Он его начал атаковать, да. Ну, это было такое у нас в Assassin's Creed. Это, конечно, стандартная фишечка. Так, он за меня теперь уцепился. Ну, со мной тебе, конечно, так просто не были, дружище. Оба! Ну-ка, можно у него забрать? Да не сюда! Куда ты сел? Погоди, Джейкоб. Да что такое? Решил подурачиться, нормально. Бывает такое. Так, нет, нам нужно обыскать этого товарища. Чё-то никак, он там под кареты завалился и никак не получается. Мы сейчас возьмем вот этот сундучок, потому что там деньжата и что-то очень ценное. О, галлюциногенный дротик, пожалуйста. Мы его нашли. Шикарно. Так, отправляемся найти пропавший экипаж. У нас задание найти пропавший экипаж. Возьмем тоже какой-нибудь подходящий такой экипажик. Невзрачный. Поедем спокойненько. Тормози! Погнали, здесь народу нет. Левостороннее движение, ребят, обратите внимание. Тормози. Это Лондон. То есть еще с тех пор было принято здесь левостороннее движение. Давайте сберемся наверх, посмотрим. Здесь огромное количество сундуков. Мне как раз сейчас нужны очень много денег. И... Тихо, так. Ага. Куча народу. Куча народу. Нам нужен крепкий парень, который... которого мы сейчас раним дротиком. Вон тот, пожалуй. Прекрасно. Сколько он забьет сейчас... этих ребят, а? Эй, ты чё в него стреляешь? Прекрасно, одного завалил. Давай еще второго. Отлично. Слушай, по-моему... ха, тот раненый остался. Так, давай я перескочу и его добью. Ну вот мы и управились. Одним дротиком убили четверых. Источник огня, можно направить в источник огня, чтобы распылить галлюциногенный. Ух ты, поблизости, можно распылить его еще. Это вообще шикарно, надо попробовать, надо попробовать. То есть, если мы в огонь выстрелим из этого дротика, вот, мы еще его нашли, прекрасно. Сейчас мы тут сундучки посмотрим. А, вон еще. Ага, они тут все друг друга поубивают. Это хорошая идея, это просто замечательная идея. Надо ей воспользоваться, надо однозначно ей воспользоваться.
мы должны этот дротик применять очень эффективно. У нас всего их, правда, два. Это не так много. Это совсем даже немного, я бы так сказал. Вон. Ну-ка. Они далеко, наверное, да? От него. Че, они будут как-нибудь беситься, нет? А! Не получилось. Одного только получилось завалить. Ну ладно, отвлечу внимание. О, нет. Черт возьми. Тихо. Давай здесь. Тебя же не заметили или заметили? Так, два дротика у нас израсходованы. Нужно ближе к костру стрелять. Так, услышал. Прекрасно. Но все равно мы убили их тут нормально. Стреляйте дротиками в огонь. Пока одного мы убили, нужно остальных победить таким образом. Так, сейчас мы только найдем дротики еще у остальных. Я надеюсь, у этих товарищей, у троих есть что-то интересное для меня. Так, давай, пожалуйста, еще один бы дротик найти бы. Было бы неплохо. Может, в сундуках будут. Пока у нас ноль. Ноль дротиков. Так, вот тут сейчас товарищ отойдет, и мы, наверное, откроем сундучок. Если нас тут не спалят. Уходим. Отлично. Два дротика, есть еще шанс. Давайте заберемся повыше. Заберемся повыше, потому что у нас появился шанс. Сейчас как раз 8 человек нам нужно, которые стоят возле костра. 8 человек отравить вот этим галлюциногенным дротиком. Это, конечно, непросто. Это непросто сделать. Вон они проходят, кстати. Так. А мы попадем отсюда? Нет, не попадем, далеко. А вот в этот костер я попаду. Прекрасно. Так, эти остальные... А почему они остальные не отравились дротиками? Я надеялся, что все-таки вот эти два, которые подошли нормальные, они тоже отравятся. Но нет. Но нет, почему-то не получилось. Опа! Он умер. И тут пошел обратно. Я думаю, сейчас он еще согрется. Нет. К сожалению. Ну, убрали мы четверых. В общем, уже трое человек. Трое человек были отравлены. Достаточно прикольная, интересная штука, очень удобно. Конечно, в Assassin's Creed в разных частях подобные дротики встречаются. И в костер я что-то не припомню, чтобы можно было стрелять. Это, конечно, по-моему, новиночка. Чтобы сразу там толпа, если стоит возле костра, они сразу... Отлично, хоть один дротик, нормально. Так, вот у нас здесь товарищи стоят. Так, там еще ребятки... Сейчас мы подождем вот этого третьего, который у нас прогуливается неспешно по одной и той же траектории. И мы его сейчас попытаемся отравить. Здесь их будет трое. Нет, он свернул. Может, все-таки он ближе к ним подойдет? А, подойдет. Отлично, хороший выстрел, сразу трое. Обезумели. А мы понаблюдаем сверху. Так, всего лишь один дротик мы потратили для того, чтобы сразу уничтожить три человека. И, соответственно, здесь я стреляю
Еще два. У нас тоже обалдели. К сожалению, наверное, одного не хватит нам для выполнения заданий. Так, давай сюда. В принципе, суть мы уловили. Здесь особо не важно. Я не стремлюсь, чтобы у нас там вот... В общем, все отлично. Так, всех убрали. Давайте сейчас возьмем дротики. Они нам пригодятся в дальнейшем. Очень классная штука. Мне понравилась. Хорошая вещица. Так, сундучки где они? Один здесь я вижу, а второй, наверное, на крыше у нас будет, да? Так, давай наверх. Я не знаю, где второй. Где у нас второй? На крыше вроде как его не было. Хотя, наверное, где-то здесь. Странно, а где у нас еще один сундук? Я не понимаю. Ладно, пойдем спасать заложников. По сути, это не особо сейчас важно. Главное, ребят спасти. Я всегда готов помочь Джейкобу. Вот и банда наша расширяется. Уже нас больше. Максимальное количество дротиков. Наверное, только в этих ящиках только будут одни дротики лежать, да? А нет, кстати. Золотишко, между прочим, есть. А, еще есть. Здесь еще ребятки. Где там у них костерок? Вот она, есть задание, мы выполнили. Я уже было расстроился, честно. Думаю, ну что ж такое-то, а? Вроде так аккуратно я работал. Готов. А все нормально. Особо, конечно, эти задания я не стараюсь выполнять всегда там на 100%. Главное, чтобы... получать нам от игры удовольствие. Игра, конечно, потрясающая. Assassin's Creed очень классная, качественно сделана. Но я не знаю. Мне очень нравится. Очень приятная игрушка. Интересная. Так, ребятки у нас здесь отдыхают. Тут у нас что в этом сундучке? Что здесь? Получим предмет воспоминаний 1. Украдите кабели из ящиков. Один уже украли, еще один надо взять. Так, орлиное зрение включаем. Так, один сундук у нас где-то внизу. Вон еще. Обыскать надо сундучок, который мы не заметили. Давай сейчас обыщем его. Украдем еще один кабель. И останется нам последний сундук. Ну, в общем-то, неплохо. Неплохо пока движемся. Я только не пойму, как там вниз пробраться. Наверное, здесь какой-то есть у нас... Нет. Сюда... Это у нас комнатка... Небольшая комнатка, в которой можно спрятаться на случай чего. Так, и где третий сундук у нас? Находится. Так, третий сундучок. Вон он. Обнаружили мы его. Совсем на отшибе находится. Не охранялся. Ну, нет, практически. Не, он, конечно, охранялся, но мы здесь быстренько охрану устранили, поэтому... И все, задание вроде как должно выполнено быть, да? Отлично. На причале драка! Нужно срочно доставить груз старику! Ого-го! Погоня сейчас будет! Мы закончили! Нет. Ух ты! Началась погоня! Так, мне это нравится. Люблю погони. Ну же, а крюк у нас почему-то не работает сейчас в данный момент. Так, давай. Давай ты успеешь. Перепрыгнуть нужно срочно. Готово. Что он тут делает? Ха-ха. Почти спалил меня. Ну иди сюда.
Скрытое убийство. Опа! Так, всех покидали. Дальше что? Нужно обыскать это, да? И самый здоровый тут стоит. Яд. Белл с ним разберется. Да ладно! В смысле яд? Чем меня отравили? Эй-эй-эй, что делать-то? Вернись в мастерскую. Уходим оттуда. Покину запретную зону. Давай крюком как-нибудь. Слушайте, мне плоховато. Прыгай, 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 прыгай. О, и сундучок где-то мы здесь нашли. Смотрите, там какая-то драка. Наших бьют. Так, что тут? Все? Наши всех победили. Молодцы. Молодцы, ребят. Вот радость-то. Так, возвращаемся к Беллу. Он где у нас находится на карте? Сейчас мы его посмотрим. Нам нужно вот сюда. Так, а у нас быстрое перемещение работает здесь или нет? Быстрое перемещение здесь пока не работает. Ну ладно. Так, опять какая-то у нас территория весельников. Смотрите, весь Лондон поделен на разные группировки бандитские. Давай вперед. Поймать меня не так-то просто. Даже если они захотят это сделать, конечно, поймать будет меня сложновато им. Но тем не менее возможно. Посмотрите-ка. Он что, за мной бежит, что ли? Как она меня видит? Нет? Давай-ка мы сядем. Вот хорошо. А вот хорошо. Карету. И 300 метров тут осталось совсем немного. Прокатимся по замечательным улицам Лондона. Давай, лошадка. Но, родимая. Мы ее тут не загоним, а то с такой скоростью-то она, наверное, давно не каталась. Так, вот мы и приехали. Осторожно, мистер Белл. Дорогие мои друзья, как известно, всякое начинание – это риск. Ваше в особенности. Но вы снова одержали победу. Как вы узнали? Наступил век информационных связей. Мне уже сообщили из Гринвича. Груз прибыл благополучно. Спасибо. А вы узнали, что еще там было? Узнал. Боюсь, яд старика уже поступил в открытую продажу. Нас это не остановит. Зря надеяться. Телеграфное известие. Выполнено задание. Стреляйте дротиками в огонь. 9 человек мы убрали. Продолжить. Получили достаточно много опыта. Прекрасно. Скоро качнем 5 уровень. Доступно новое улучшение. У нас вы получили 1 навыка. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас сделать. Так, у нас 1400 денег. Очень-очень мало. Навыки. Какие мы можем сейчас? Нет, 5 уровень для этого нужно. 4 очков навыка. Да, это много. Так, глушите противника, затем выполните комбо-удар с инструментом. Так, чтобы расправить с ним, нанеся большой урон. Так, понятно. Если противник оказался при смерти, следующая атака против другого врага автоматически также приведет его в предсмертное состояние. Очень полезно для выполнения мультидобиваний и других подобных трюков. Хорошая штука, кстати. Давайте возьмем. Джейкоба надо прокачивать, он у нас боец, поэтому его нужно будет по бойцовской части качать. А вот, наверное, Иви, возможно, по-другому как-нибудь будем. Она у нас хрупкая девушка, поэтому надо ей больше, наверное, ловкости, там, скрытности, может, как-то так. Выкладывайте деньги в лондонские чайные... Вкладывайте деньги в лондонские чайные предприятия, чтобы увеличить доход поезда штаба. 15 тысяч для этого надо. Так, скидка 50% на галлюциногенные дротики.
Это что у нас? Грачи, возницы, приветствие огнем. Грачи, громилы. Тут много денег надо на все, пока деньжат у нас немного. Мы можем, конечно, сейчас отправиться на наш поезд, забрать, посмотреть, что у нас там в сундуке, кстати, накопилось. В нашем сундучке должно быть сейчас что-то. Где тут наш поезд? Есть он? На карте должен ездить. Вот интересно, друзья, иногда я поезд свой не нахожу. Такое у меня как бы уже бывало. Так, карта мира. Может быть, когда выполняем задание, поезда нет. А, нет, вот он. Просто невнимательно посмотрел. Отправляемся на наш поезд. Глянем, что у нас там происходит. В сейфе у нас каждые полчаса там пополняется деньжата. Постепенно там денег становится все больше и больше. И чем больше у нас различных предприятий, организаций, которые работают на нас, тем больше доход мы получаем. Поэтому нам выгодно покупать больше предприятий для того, чтобы быть богаче. Так, сейф, забрать доход. Сколько? 1750. Ну вот, уже какие-то деньжата, 2800. Какие-то денежки есть, может быть, сейчас что-нибудь и купим. Так, наручи нам пока не надо. Давайте посмотрим, может быть, из оружия что-нибудь есть. 2500. Вот это вот что такое? Так. А у нас какое сейчас оружие? А, вот, например, смертность. Предмет нужно изготовить. Во. А, требуем уровень 6. 6. 6 уровень нужно для такого предмета. А, смертность. Почему-то минус 1 у нас получается. Оглушение плюс 4. Атака. А, так. Вот это хорошая штука тоже. Так, у нас кастетом, я не знаю, кастетом практически не пользуемся. Или пользуемся мы? Так, ребят, ладно, наверное, лучше нам подкопить. Так, костюмы, может, какие-то открылись? Нет, ничего не открылось. Улучшение инструментов, это что такое? А, вот это вот хорошая штука. Средняя сумка для бомб. Изготовить можно средний подсумок. Так, больше предметов, больше патронов с собой носить. Это, конечно, важно. Ножей побольше таскать. Вот, вот, галлюциногенный дротик улучшенный. Изготовьте это улучшение, чтобы галлюциногенные дротики могли поражать цели 8 уровня. Найдите чертеж, чтобы разблокировать. А это что такое? Средняя сумка для дротиков. Чтобы носить с собой больше дротиков. Вот это вот я сделаю. Потому что 2 дротика, но слишком мало. Но они хорошие. Они прикольные вообще. Мне понравились дротики. Так, их у нас сколько получается будет, сейчас мы узнаем. Так, ну все, собственно, что я здесь в поезд забегаю для того, чтобы нам забрать здесь доход. И мы отправляемся дальше на следующее задание. Немножко подкачались, и мы теперь готовы отправиться, опять же, по сюжету. Посмотрим, что у нас дальше. Был у нас тот человек, который изобрел телефон, насколько я помню. Вот как раз он здесь в этой игре описывается, как он, в общем-то, к этому пришел и как люди относились к тому, что появятся когда-нибудь телефоны. Никто даже не мог представить, в какое вот эти вот его изобретение превратится, в какое нужное средство, как телефон. Сейчас люди вообще без телефона практически не могут жить. У каждого наверняка есть телефон. И телефон сейчас заменяет абсолютно очень, очень много предметов. И я сомневаюсь, что когда-нибудь кто-нибудь мог додуматься до того, к чему это все приведет. И в том числе сам Белл, сам этот изобретатель, навряд ли тоже знал. Так, у нас, значит, 2 пока дротика галлюциногенных. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это у нас... А, нет, это какая-то у нас область. Здесь что нужно сделать? Захватить вот эту территорию, да? Найти что-то. Убить цель, в общем, нужно, да? Давайте сделаем, раз тут у нас есть недоброжелатели. Висельников очень много. Можно вот в костерочек кинуть дротик, швырнуть. У нас отравятся сразу 2 человека. Я отойду подальше.
заметит нас, нет? Хотя их можно и так убрать. Так. Че, никто не спалил? Ну-ка, иди сюда. Она как-то странно смотрит на меня. Очень странная женщина. Очень. Прям вообще. Чересчур даже. Опа! Я, конечно, хотел запрыгнуть вот в это сено, ну, вот в эту листву. А мог оттуда, но думал, что она все-таки это заметит. Когда я буду перепрыгивать, она могла это заметить. Мы можем... А, вон, похитить нужно человека. Понятно, давайте еще раз. Интересно, каждый раз у нас здесь разные задания. Доставить нужно будет этого товарища живым. Он, который у нас желтеньким подсвечивается. Так, у нас вот здесь костер есть. Ну-ка. Чего это ее не... Смотрите, ей все равно, она как бы... Ха, интересно. Наверное, я должен... Ну, наверное, нужно было ближе подойти к костру. Так, давай ее с дерева завалим. Опа! Да, без проблем, можно и так. Можно было и так тебя убить. Так, кто у нас здесь еще? Сейчас мы быстренько управимся. Ну-ка, давай наверх. Нет, не хочет. Я его напугал. Нас спалит сейчас. Давай вот так лучше. Залезем повыше. Осмотримся здесь. Все, хватит с меня. Чего с него хватит-то? Он, наверное, устал здесь стоять уже. Так, не должны меня заметить. Не должны. В общем, нам нужно будет убрать вот этих вот. Так, вот этого товарища нужно будет сейчас убрать. Это один из основных, который здесь ходит, да? Так, надеюсь, он не привлечет внимания. И вот этот тут. Нужно нам подальше встать. Я думаю, где-то здесь. Возле дерева. Мы ему здесь свистнем, когда он подойдет. И будет нормально. Единственное, что меня беспокоит, это вон та дама, которая ходит. Ну, по-моему, на тех ступеньках она не должна увидеть наш новый свежий труп. Не должна заметить. Так. Ну все, этот уже наш. Главное, чтобы похититель. Кто-то решил меня обхитрить? Иди сюда. Да, конечно, обхитрить. Он уже пошел обратно. Не постоял даже, ничего. Это прекрасно. Так, галлюциногенный дротик. Похитить вот этого товарища нужно. Что? Только дай мне повод, и я убью что? Тебя. Что? Что вы что? Делаете? Вы от мисс сейчас узнаешь. Свайнбурн. Тихо. Тихо, говорю. Я же работаю.
Отравлять реку — твоя работа. Слушайте, обещаю, я исправлюсь. Верится с трудом. Так, какая-нибудь карета нужна. Где? Давай, вон стоит карета. Тут вот стоит карета, кстати, хорошо. А можно его сюда? Да что ты вырываешься? Обещаю, я исправлюсь. Верится с трудом. Проваливай! Эй! Народ, ты что происходит-то, тварь? А, боже мой, ты прикинь, он в эту карету не стал садиться. Да, задание, конечно, было интересное, но мы его испоганили, в конце концов. Ну что ж, поделаешь. Зато получили опыт. Зато получили опыт, друзья. Опыт дороже всего. В принципе, сработали мы грамотно, я не знаю. Вообще было здорово все. Так, эти опять появились уже. Короче, сейчас будет замес тогда серьезный. Ну-ка, иди сюда. Гад такой. Похититель где? С нами-то, смотри, не убегает. Так, одного мы отравили. Давай с нами. Ну что ты стоишь-то? Все, чувак. Что? Что? Вы от мисс Свайнборн? Тихо. Нужна нормальная карета, друзья. Нормальная карета. Нужно доставить Саймона Чейза. Отравлять реку — твоя работа. Ничего личного, надо же как-то. Вон карета хорошая. Да что ты? Обещаю, я исправлюсь. Резких движений. Слушай, блин, это полицейский. Я исправлюсь. Прикиньте. Верится с трудом. Ну-ка, сюда ты залезешь. Блин, я вот его хотел просто... А, наверное, нужно обязательно его придушить и засунуть в эту вот карету. Поместите тело в экипаж. Давай же. Ну, помещай. Я не знаю, как его поместить-то. Так, он там полицейские стоят. А, это же, блин, карета. Ну, мы сегодня косячим, реально. Так, это карета без лошади. Чувака понесли через парк. У нас какое-то задание века получилось. Из обычного задания мы устроили просто дикий экшен. Так. Кто тут у нас? Давайте его к карету уже засунем. Вон, мне кажется, сюда, наверное, надо. Вот эта вот карета подсвечена. Давай. А, да, хорошо. Все. Отлично. Давай уже, садись. Погнали. Шевелись. Уходим, народ. Тихо. Круто! Ну я что, друзья? Кого-нибудь оценить ущерб. Давай! Я отправлю кого-нибудь. Ух ты, огнестрельное оружие мы открыли. Прекрасно. Новое огнестрельное оружие. Такие задания тоже нужно выполнять, а вот за головами завершено. Фух, ну что ж, в следующей серии мы тогда продолжим задание выполнять — ложечка сиропа. Посмотрим, что это за задание. Кастеты, мощь ворона нам дадут за его выполнение. Но я буду с вами прощаться, дорогие друзья. Ставьте лайк, если вам нравится Assassin's Creed Syndicate. Подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал. Я вам желаю хорошего вам настроения, дорогие друзья. До новых встреч, всем пока-пока.